Субурбан. К5 приехал. А? К5. Блейзер? Шевроле. Да. Это Сережка. Такие даже у нас тут есть машины уникальные. Четкий аппарат. Вот она, звезда приехала. Все пошли смотреть. Серега, елки-палки, ты же говорил, с асфальта не будешь съезжать. Я и не съезжаю. Ну как идет, нормально? Отлично. Давай, надо патрулю помочь. Подъедь патрулю. Зачем подъезжать патрулю? В классе лайт. Тут надо это самое. Лебедку. Дельфин, ты видел, какая машина? Где? Вот. Я видел. На мостах. В прошлый раз мы вам поломали. Что ты ешь, Саня? Стой. Крис, только дельфина не доставай, тут дети. Ты на порнохаб переключил? А я еду, хочу сделать фото, не успел. На перекрестке стоит Grand Cherokee, и у него сервис-хаб. Джип. Что там газует? Пытается выехать, у вас лебедки не то. Смотри, сколько машин, Руслан. Раз, ну. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, у Нусема тоже нету. И еще я там, и еще одна там. Бородач где-то едет. Звуки слышны, пока не видно. Так, вот Леня едет. И где-то вдалеке голос у Немога слышен. Вон оно, Немог, кажется, показывается где-то сейчас. Тойота. И у Немог. Уже у Немог не тот. И Макс. А еще одна машина. Макс. Макс едет. Так, Леня дубасит. Все, Леня съел? Не-не, просто остановился. Леня не может сесть. Так, Тойота первый раз в грязь заехала сегодня. Так, первый оффроуд бородача после капиталки. Остановился. Ну, Макс останавливаться не будет. Пошел бородач. Ну, там ему не глубоко вообще. Ничего не намочит. Ну, не дымит машина, нормально работает, мотор починил. Конечно, стоило это таких усилий нереальных. Я только обрывками, видя, что он делал. Так, Леня поехал к патрулю. Леня тоже застрял? Да, Леня должен проехать там был. Так, Макс на полном приводе наконец-то. Что-то вы долго. Тащи давай. Тащи. Давай в эту сторону их вдвоем. Леня туда, ты сюда. Блин, могу не успеть. Леня спас. Леня вообще такие тяжелые машины сказал, никогда тянуть не будет. Так, что-то он не может поехать все равно. Блин, кто посадил эти кусты? Ничего не видно. Что там происходит? Леня тут ездит. Продолжает. Ох, как красиво. Ну, вообще. Какие цвета. Даже зимой. Не, ну тут жесткое болото. Очень так мягко. Ленечка, ну что там? Давай, давай, патруляй. Спасаешь? Такая машина самурай. Вот это внедорожник реальный. Это реальный внедорожник. Я вам скажу. Такой мини-бигфут.
странно звучит. А говорят, конечно, на Поздняках нет болота, да? Не, четкое место вообще. Шикарное просто. Просто шикарное. Как вы сюда залетели так далеко, непонятно. Ходом или что? На тяжку ехали. Ехал, прямо оттуда. И там натяжка закончилась, да? Натяжка, да, закончилась. Протектор замылен. Не, ну это для этой машины тяжеловато очень, да. Вот и Михалыч решил показать высший пилотаж. Я думаю, может тоже присесть. С краю там еще ездит. Он приехал. Сидишь? Назад едь. Самурай спасает патрол. А сказали, как не смешно это. Не копай, не копай, не копай. Не копай, вообще не крути колеса. На задней просто, на холостых. Еще не копай, подожди. Не копай, не копай, не копай. Он тебя на ветку тянет. Сейчас он тебя на твердое поставит, и ты поедешь. Без накопанного, понял? Да. Натяжку потихоньку поедешь. Давай, ручку. Давай. Блин. Он же право, как ты смотришь, крутит. Все равно проваливается. Не-не, поверху ты едешь нормально. Еще пусть тянет. Там уже у яма. Он в лёный калий поедет. Ему надо вперед, чтобы вправо выворота хватило. А там он не проедет. Проедет. Там Алик уже сидит. Ему надо так, как ты заезжал. Так, да. А вместе с Лёней поедьте. Так, Михалыч сидит, все. Влип-то я-то вот. Да, не та уже машина. Не останавливаться, да? Сейчас перезаезд сделаем. Давай его. Надо за него зацепиться, уже туда выйду немножко. И поедешь? Я только не копая, зацепись на лебедке просто. Леня глумится дальше. А куда ты будешь ехать? Едь задним ходом, вот туда едь. Вот туда задом едь. Чтобы я видел твое лицо. Потом на монтаже можно включить. По следам патруля. Смотрите. Красавчик, что застрял? Давай. Не едет. Это самурай. Это вам не шутки. Круче внедорожника. Кузовного стандартного сложно придумать. Четкая легкая машина. Все. Хорош, подтяни. Все. Димон, дай чуть. Так, пытается патрул не сорвать. Дерн этот и поверху проехать. Получается у него, видите. Ну и то же самое Toyota. Не копай, Михалыч! Скажи, чтобы не крутил колеса вообще. Ну вот они, тяжеловесы вдвоем. Видите, не копая. Еще не спущены толком. Такая картина в этом болоте. Да, не его интересно тут попробовать тоже, но таких
серьезно подготовленных сегодня нету, все такие простенькие. Все, Леня дубасит. Выехал на твердое к всей банде. Натяжку проедет. Патрол цеплять. Так, а вот и Нива, друзья. На АТ-шке, на небольшой АТ-шке. Ну и кто тут не дорожник, елки-палки. Нива приделала всех. Всех приделала. Обороты подняли. Проблем, все купят Нивы, наверное. Вот так унижает, как хочет. Зачем да, платить помню, больше? Это жесть. Крис, ну какая лучшая машина? Скажи мне, пожалуйста. Патрол. Патрол, да? Патрол, который лебедят, вот этот? Он по своих калиях поехал, поэтому. Калиях? Не слышу меня вообще. Леня, смотри, там Леня убийца. Я с телефона звонит. И это не ходит. Подожди, тут Леня едет, какой телефон. Так, что-то там, кажется, Леня приехал. Или раскатает. Алло. Да, похоже, Леня присел. Следы патруля после этого неудачного заезда. Плюс Леня тут проехал, ну, наверное, все, судя по всему. Уже много раз попробовал вперед-назад, но не идет. Попробуем к нему подойти. Такое болото, кочки. Настоящее. Не знаю, дойду я или нет. Пока. Ага, тут он по своим следам глумится. Красивые места. Попробуй руль в сторону попробуй. Попробуй вывернуть и назад. Не, все. Ты просто выкопал себе яму. Ну что, Андрюха, иди бери лебедку и иди. Собирает в дорогу штурмана. Ну здесь знатная грязь, я тебе должен сказать. Ну болото один настоящее. Раз можно проехать, второй раз я уже, видишь, не доехал. Ну ты узнаешь это место, где Юля свадебной куклой на капоте была? Это же это место. Когда вы мега-УАЗ меня, помните, спасали? Да, ну вот оттуда вот мы, помнишь, ехали оттуда? Что, серьезно? Это же это место, да. Узнал ты его? Нормально, Леня, я его проехал. Обрадовался, да. Все пропустило. Подожди, только что... Отъезжай, Ван Дам 2 сейчас будет. Что там, идешь? Ох, и накопал. Сейчас иду. Накопал хорошо, да. Ну да, ты. Становишься, сразу говори. Леня сейчас меня покатает. Катнул конкретно. Я он чуть не набрал или набрал, непонятно еще. Сейчас нас спасут. Тут легендарный руль. Кнопку украли, да? Кнопка выпала. Кнопка выпала. Стекло вытри, плохо видно. Ну, лобовое не больше, чем у Горбатова примерно. А снаружи? Снаружи? О, глянь, как Леня подготовился. Поехали.
Не копай, не копай, в натяжку, в натяжку. Видишь, поехала в натяжку. Тут Бодя работает серьезным штурманом. Подъедь туда. Так, Toyota. А ну подожди, подожди. Смотри, смотри, что делает. Посмотри, что делает. Вынимает грязь. Ох, елки. Да. По-серьезному там застружил, да? Не, аналоги-то. Так, ну мы в этом легендарном автомобиле внутри едем. Все, выезжаем. Ну давай там пока наружу решим кто-то. Нива, ты видел, как проехала здесь? Вот здесь? Мимо вот руля, мимо Тойоты. Да, сюда и налево туда по кругу ушла. И вот тут проехала Нива. Круто. На АТ-шке, на маленькой АТ-шке. Посмотрите, как тут не просто ногами людям идти. А самурай едет. И Нива ехала. Да, шикарные места на самом деле. Так, Ранчо Рокки. Патрол. Заехал один патрол в это болото. И всем стало весело. Да. Грандец. Может. Грандец может. Знаешь, это резина горела у тебя, а не дым слушателя. Да, резиной воняет. Передняя левая, слушай, передняя правая и задняя левая. Аж дымяра такой валил. Как мне кажется, завершил покатуху. Все, Леха, все? Финиш? Не, едем же дальше, поехали дальше. А, едем? Я думал, ты домой уже. Не, пока. В это время ты домой уже едешь. Давай, давай, поехали по машине. Давай сегодня хотя бы до четырех, давай, сможешь до четырех дотянуть сегодня? Нет, поехали, короче, ну сколько у нас стоит на одном месте?